Также я написал одну книгу «Рождённая после смерти». Автор я Василий Савов. Это мистический роман. Я однажды готовился к сессии в институт, и у меня были такие нервники, головники, сессия трудная, экзамены трудные. И в голове появилась строчка. Я ее записал, потом одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Я ее, когда первую страницу записал, я понял, что это начало какой-то книги. Я целенаправленно ничего не придумывал. И затем я подумал, а почему бы мне не попробовать продолжить это все писать и записывать из головы. Вот то, что приходит в голову, то и писать. Что ж, за 3 месяца по вечерам у меня написалась целая книга. Я не читал ничего про Париж. Действия в книге происходили в Париже конца 19 века, примерно там. Я не читал названия улиц, я не читал, как зовут парижан. Я не читал их быт, я не знаю, как они жили. Но книга описала 2 жизни одной девушки, одной души. Она была в первой жизни актрисой в театре, во второй жизни она родилась уже в качестве дочери, парня, которого любила. Вот одна из мистик моей жизни. Я не знаю, как это. У меня ощущение, что в мозгу можно настроиться на определенную волну, и начинает приходить какая-то информация. То вот книга, я и стихи, в принципе, также пишу в этом же духе. Просто расслабляюсь, настраиваюсь там в мозгу на какую-то волну, и стихи приходят сами в виде строчек. Также я пишу картины. Я расслабляюсь, и руки пишут сами. Такое ощущение, что в голове что-то щелк, и сам настраиваешься на эту какую-то радиопередачу в голове. Ну, я не знаю, как это объяснить, простите. Ее можно найти в интернете. Я с нее, правда, ничего не получаю. Знаю, надо подавать на авторские права, там какие-то отчисления, но там настолько маленькие продажи. Человек, который мне помогал ее выкладывать в интернет, у меня авансом в России тогда неплохо помог и реально очень много денег заплатил. Ну, по моим тогда ощущениям, человек искренне старался, мне помогал. Он с этой книги не поимел ничего. Так что... Ну, это типа моего менеджера был, что ли. Так что я не имею никаких претензий, и пусть она будет в интернете, будет продаваться в интернет-магазинах, мне вот не жалко. Если она кому-то принесет более хорошее настроение или там какие-то эмоции, я буду только рад. Ну, я потому что не вкладывал никакие особо старания, поэтому я не имею права за нее переживать, я считаю так. Я не старался ее написать, я не сочинял ничего, я не изучал. Она ко мне пришла сама, я ее, собственно, напечатал и издал. Так как писал я из своей головы, то, разумеется, фамилия моя стоит. В общем, такие дела.